Друзья, всем привет! Приятного всем аппетиту! Хочу пожелать сразу, значит, небольшое включение из жизни, такой сюжет, скажем так, да, серия очередная, видеодневника, день за днем, который я веду уже, блин, ну, с переменным успехом, правда, с 2012 года, представляете, скоро будет 9 лет. Но вести видеодневник я начал в октябре, то есть осенью 2012 года. Сейчас у нас весна 2021 года. Ну, где-то 8,5 лет стабильно, да? Съемки ведутся, там больше 2000 видео на канале. Представляете, ужас какой. Кто бы мог подумать, что так оно все затянется, да? Засосет в эту пучину. В общем, сижу я, работаю. Мама говорит, я буду сейчас себе греть обед. На тебя греть? Я говорю, грей. Прошло буквально там несколько минут. Она говорит, все, нагрелась, начинаю есть. Я говорю, ну конечно, сейчас начну есть. Только я хочу это дело записать. Такой, знаете, мукбанг, да, дегустация еды под запись. Чтобы вы, зрители, смогли посмотреть, да, оценить. Вдруг вам понравится это блюдо, и вы захотели бы его продублировать, да, повторить, вкусить. И так далее. В общем, ладно, это все лирика, ребятки, да? Давайте как, закроем ноутбук и начнем уже дегустировать пищу. Сегодня у нас, ну у меня и у мамы получается. Что, значит, нутрия, тушеная с лучком. Это она уже разогрелась. Значит, здесь уже разогрелось картофельное пюре. Так. Осталось взять некоторые продукты из холодильника. Значит, ну, начнем с чего? Начнем... Открывайся, вот, все открылось. Возьмем хлеб. Как же без хлеба? Хлеб, он голова всему, да? Возьмем здесь, значит, перья лука с чесноком. А здесь еще есть, смотрите, еще есть салатик. Салатик у нас сейчас... Подождите минутку, закрою. Это же надо, да... Так, холодильник закрыт. Салат состоит из капусты, огурчиков и, получается, ну, перьев зеленого лука. Так, куда бы это все разместить? Давайте вот так, вот так. Ага, и надо же наложить. Точно, точно, точно. Мы сейчас сделаем, наверное, вот так. Камеру поставим, знаете как? А вот так мы ее поставим, чтобы всем все было видно, да? И будем накладывать, значит, ребрышки, да. Ребрышко. Дальше. Вот второе ребрышко. Я вообще люблю ребрышки. Так, вот третье ребрышко. Угу. Запах какой стоит, ребятки, просто с ума сойти и не встать. Вот это, по-моему, шейка. Давайте шейку возьмем, положим сюда. Угу. Вот это нога, кажется, передняя. Так. Вот этот поджаренный кусочек хочется взять. Да. О, супер. Ну и, понятное дело, жирка с лучком, чтобы картошка была такая посочнее. Вот жирок тоже. Угу. И положим, ну, сверху куда-нибудь, вот так. И, наверное, еще возьмем вот этот кусочек, точно, вот этот возьмем кусочек, ну так, чтобы скрасить блюдо. Все. Время сейчас 10:30, ну, вы знаете, завтрака как такового у меня не было, там что, ну, кофе я попил и одна конфетка золотого степа была. Это, наверное, утреннее кофепитие было, а сейчас, ну, полноценный завтрак получается. Точно. Надо пойти руки помыть. Да, ребятки. Сейчас. Надо помыть руки. Вот и замечательно. Чистые руки. Как это, знаете, чистота залог здоровья. Порядок прежде всего. Вот, выставили. Минус камеры, да, не видно, что она видит, что она не видит. Бывает, что она видит все, а бывает, что она не видит все, понимаете? Какая ситуация. Так, вилка, точно, вилка. Видос будет называться, скорее всего,
мукбанг. Нутрии тушеной с луком в собственном жиру и с картофельным пюре. Ну, будем надеяться, что будет видно. Нормально. Сразу готовим для косточек место. Потом косточки пойдут Марфушику. Ох, Марфа вчера наелась до отвала внутренностей зверьков этих, да? Ребятки, все. Ну что же я такой голодный, а? Слушайте. Как будто бы не ел миллион лет. Раз кусочек. Два. Кусочек. Опа. Лучок же надо достать. Как же без лучка-то. Вот. Ну такие, видите. Перья. Ну это остатки тут было больше намного. Это я вчера как сел. Как покушал. Приятного аппетита. Я всем уже говорил, да, в начале видео. Теперь вы мне там пожелайте приятного аппетита. Ну так мысленно мне будет приятно. Кушаем. Дегустируем даже, так скажу. Какая вкуснотища. Ну, вы знаете, картошка сочная получилась. Внутри молоденькие. Да, вы знаете, вкусно. Сейчас тут ногу хочу съесть. Нога, да, это передняя лапа. Какая вкуснотища, ребятки. Вы себе даже не представляете. Вот кто не ел нутрию ни разу, вот стопудово не представляю даже этот божественный вкус. Я вам рекомендую настоятельно найти в вашем населенном пункте или в близлежащих населенных пунктах нутрию. И попробовать сей, приготовить и попробовать сей чудный вкус. Вот такое небольшое включение из жизни. Угу. Уже на 10 минут наговорил, наснимал, напоказывал. Тут уже пошли ребрышки, ну, мои любимые. Как уже говорил в каком-то из видосов, на камеру как-то не особо выглядит, да, когда я кости обгладываю. Вот, поэтому давайте я это за камерой поем ребрышки, там, каждую косточку ребрышка
посмакую. В общем, если видео вам понравилось, это же сюжет из жизни, небольшой, да, почти без монтажа. Если видео понравилось, ставьте палец вверх большой на канал, подписывайтесь, кнопку колокольчик жмите, чтобы новые выпуски не пропустить. Комментарии напишите, да, что вы думаете о информации, показанной, рассказанной, озвученной, да, в этом видео. Вот, будет интересно узнать ваше мнение. На этом все. Всем всего самого хорошего, вкусной вам еды, хороших, удачных инвестиций. До скорых встреч. Аривидерчи. Опа-па!